А у нас началась зима. Сегодня, можно сказать, первый раз пошел снег. Ну и вот можно увидеть, сколько тут его уже нападало. Что будет вечером, я, конечно, не знаю. Но вот сейчас пока что столько. Так, что еще? А, ну да, и, между прочим, на том берегу у нас стоит телебашня. И когда ясная погода, ее, конечно, видно. Ну, а сейчас-то просто там одна сплошная стена. Вот. Первый раз пошел снег. 1 декабря 2023 года. Деревья белые, красиво. Вот тоже снег лежит на веточках. Не знаю, что там потом будет на видео, но пока вот как-то так. Это я тут уже топтался, как конь. Ну ладно, конец.